Жить станет лучше, жить станет теплее. В городе завершена разработка проекта новой схемы теплоснабжения. В обсуждении ее сильных и слабых сторон приняли участие представители управления ЖКХ городской администрации и теплоснабжающих организаций. Новая схема должна привязать систему теплоснабжения областного центра к генеральному плану города. Это позволит оптимизировать схему теплоснабжения, то есть помочь распределить нагрузку на котельные, вывести из эксплуатации неэффективные источники теплоснабжения. В целом это позволит более экономно вырабатывать и расходовать тепловую энергию. Схема пока довольно абстрактная, содержит все возможные варианты отопления. В схеме теплоснабжения присутствует несколько вариантов по развитию систем теплоснабжения разных районов. По требованиям в схеме должен утверждаться один, поэтому давайте все-таки рассмотрим каждое направление, каждую систему теплоснабжения. Например, котельная 45 и контур Ивановского госуниверситета, там две котельные. Причем в схеме предложены два мероприятия, один другой взаимоисключающий. В одном закрытии котельной 45 и переключение ее на контур ТЭЦ, а в другом случае реконструкции котельной. Поэтому давайте примем какой-то один вариант, потому что нам это важно для инвестиционной программы. Все эти вопросы должны быть решены в ходе доработки системы. Предусматривается также определение единой теплоснабжающей организации на территории города. Таковой может стать любая организация, которая соответствует требованиям законодательства и способна обеспечить теплом большинство потребителей областного центра. Сегодня на приобретение статуса единой теплоснабжающей организации подано 3 заявки. Мы понимаем, что сегодня принять решение однозначное, да, и уйти от нескольких вариантов, допустим, достаточно сложно, поскольку сегодня, кроме того, что эти источники являются собой разные юридические лица, да, у каждого из потребителей на сегодня есть право получать услугу от любого, да, от любой ресурсоснабжающей организации. Кроме того, ни одна из подавших заявки компаний не обхватывает весь город. Так что окончательное решение по этому вопросу требует более детального изучения. Не без участия региональной службы по тарифам. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.